сегодня у нас здесь впервые. Надеюсь, не последний раз. Где удобнее? Что? Да, конечно. Инструмент вам нужен будет? Да. Я тут немножко протиснулась. Я хочу, меня зовут Татьяна Сорокина. Я тоже работаю с детьми, так же, как Лена. Долго уже, много лет. Вот. Ну, хочу начать со стихотворения. Мама зайчика учила. Будь внимательным в лесу, чтобы волк тебя не слопал, чтобы обхитрить лису. Держи ушки на макушке, хвостиком виляй быстрей. Постарайся быть с друзьями, с ними вместе веселей. Зайка слушал маму, слушал, а потом в лес поскакал. И у самой у опушки он лисицу повстречал. Она, зайчика увидев, сразу стала песни петь. Захотелось ей, лисице, на обед зайчишку съесть. Только зайка был смышленый, вспомнил мамины слова. В этот раз лиса-плутовка в лес голодную ушла. Жил когда-то крокодил. Очень он зеленый был. Сядет крокодил в беседке и начнет считать монетки. Но однажды крокодил по бульвару проходил, вдруг он слышит, кто-то плачет. Потерялся мячик, на дороге с ним играл, укатился мяч, пропал. Крокодил лишь головой покачал. Ой-ой-ой-ой! Разве можно здесь играть, на дороге мяч катать? Ты иди скорее домой, да лицо свое умой. И запомни навсегда, здесь, малыш, играть нельзя. Ну, сейчас я перейду к инструменту. Случилось такое чудо в моей жизни. Я повстречала Татьяну Алексееву, она сейчас после меня будет выступать. Это... замечательный автор, и в том числе детских стихов. И у нас родилось несколько произведений совместных. Как пройти? Микрофон нужен? Микрофон нужен. Можно микрофон, можно с микрофоном. Тебе, Питер, нужен? Да. Правда, впервые за инструментом. Песенка называется «Паучитка». Это такое существо сказочное, правильное, паучитка. Мальчик один придумал сочетание паука и улитки. И называется «Паучитка». Лягушачий дружный хор. Ква-ква-ква-ква-ква. Лягушачий.
лягушачий дружный хор. Ква-ква-ква-ква-ква-ква. Лягушачий дружный хор. Кто такая паучинка? Не смогу ответить я. Паучинка, паучинка, это выдумка моя. Браво. Следующая песенка называется «Пыль». Татьяны Алексеевой, называется она «Светлячки». Мы заняты. Можете попивать со мной вместе. Одному туго.
навстречу шел один 5-летний гражданин за игрушкой в магазин. С дедом вдруг увидел он щенка, черно-белые бока, а в глазах щенка тоска. Бедный, посмотрите, а вдруг где-то рядом верный друг. Улыбнитесь, подружитесь, станет радостней вокруг. Улыбнитесь, подружитесь, станет радостней вокруг. Добрый пес, хороший пес, я поесть тебе принес, ты не вешай мокрый нос. Ладно, я хочу с тобой дружить, приглашаю вместе жить, просто должен кто-то быть рядом. А теперь вместе посмотрите, а вдруг где-то рядом верный друг. Улыбнитесь, подружитесь, станет радостней вокруг. Улыбнитесь, подружитесь, станет радостней вокруг. Улыбнитесь, подружитесь, станет радостней вокруг. Спасибо большое. Спасибо. Молодец. Спасибо. Я слышала эти песни еще и в интернете, видела, слышала. Это была Татьяна Сорокина. А приглашаю Татьяну Алексееву, на чьи стихи сейчас звучали песни. Так, где Татьяна? Собрались? Или тоже будет? Да, мне подскажите. Я, во-первых, вот хотела, потому как я в библиотеке в этой первый раз, а у меня есть книги вот мои для детей. Для вас. Микрофончик. Да. Вот.